рекорд чемпионатов мира, одержав 12 побед кряду. Сначала с бразильской сборной, потом эта серия продолжит. 7-й Бастиан Швайнштайгер. 8-й Торстен Фринкс, пропустивший полуфинал с Италией. И, возможно, именно этого игрока команды. Прощальный матч 37-летнего вратаря, который пока на турнире не играл. Смотрим за подачей Шнайдера. Хороший навес, удар сходу, 5-й номер, и мяч рядом со штангой проходит. Себастьян Кьель показывает Кьель, что папа Роналдо взял на себя всю нагрузку. Хороший отбор у немцев и хорошее движение. Функционально лучше готовы команды Клинсмана, чем любой другой соперник, которые были немцев на этом турнире. Может быть, немножко опыта не хватит. Ой, какое открывание у Паулета. Это его игра, и ошибается. Казалось, Кан открывает дальний. Не напорный пробег, чуть-чуть подальше. И будет плотнее, и будет четче. Но мы видим, что Швайнштайгер смещается в эту зону. Медсальдер на пути мяча встает. Немцы пока издали не били. Не считать же, вот этот удар таковый. Хотя неплохо получилось у Келя. И Рикарду не сплоховал. Это на технику. Келя рабочая нога правая. Кто-то бы он приложился, так приложился. А левую пришлось исполнять. Но неплохо. Вратарь опытный, пластичность, прекрасная реакция. Ой, удар какой Подольский. Блистательно. И Рикарду... Удивительную карточку в этом эпизоде арбитр не показал. Привыкли мы к тому, что едва ли не любой контакт нравится карточкой на этом чемпионате мира. Поэтому подстроились защитники. Под эту атаку португальской сборной Деко отскочил и через себя. Исторический момент сейчас. Может быть, гол увидим. Разбег, удары выше перекладины. Когда еще мяч до ворот не долетел, видишь, что тут выше перекладины летит. Еще раз мы смотрим повтор этого удара от Шнайдера. Будет бить. И удар какой приличный. Браво! Вскакивает на ноги стадион в едином порыве. 1-0 Германия. Рикарду, который безошибочно играл на этом турнире, такой ляп допустил, такой промах. Бастиан Швайнштайгер. Первый гол на этом турнире в 7 матчах. Вот как эти парни умеют бить издали. Ощущение, что сейчас рухнет трибуна стадиона. Что-то страшное, что Штутгарте говорит. Производить замену. Разбегает Швайнштайгер. Удар. Рикошет 2-0. Нокаут. Петит в свои ворота. А это Швайнштайгер. Может, и второй гол запишет. Или автогол все-таки был. Это уже бронза. Это бронза. Но заслужили. Заслужили немцы стоять на пьедестале. Деку. Ой, какой удар. И тоже было опасно. И выручил Кан. Приходится учиться жить Роналду в таком давлении. Вернется в Англию. Там что-то подобное будет. И... Фигу в касание. Неплохо. На Деку будет удар. И Кан опять выручил. И Кан, не игравший весь турнир, выглядит просто потрясающе. Швайнштайгер, может быть, и третий забьет. Так и есть. Брависсимо. Лучший игрок матча. Бонойта Португалия. Бонойта. Ни одного хитрика на чемпионате мира еще не было. Может быть, вышел на последние пару минут. И посмотрите, даже в такой ситуации. Даже от своих берет. Красивый был удар в падении. Ничего не скажешь. Понижение играл в последнем месте. Третьего места. Набраться не сумел. Хороший удар. Сложнейший. Красивый повтор. Лучшего футболиста турнира, которому достанется золотой мяч. Лемон свое на турнире сыграл. И сыграл классно.
А сегодня черед Кана. И то, что он сейчас обидно. Но по большому счету, не его вина. И сыграно все равно им было. Нуну Гомеш, не получивший на этом турнире до финала шанса проявить себя. Вот этого бронзового финала. Луиш Фигу, сидевший в запасе в этой игре. Именно эта пара, вышедшая на поле после перерыва, и такой гол соорудила. Ну, при всем том, конечно, что немцы уже... Они уже не играют. Они заканчивают эту встречу. Все такая мимолетная. И какой оказался психолог? Видите, нет у него на этом турнире ни одного игрока, который чувствовал себя хоть чуточку обиженным, например.